Починить проводку и установить дымоуловители в частных домах рекомендуют спасателям. Сегодня рейд по пожарной безопасности провели в частном секторе Калининского района. Такие мероприятия регулярно проходят по всему городу. Где электропроводка требует ремонта, где печное отопление требует ремонта, отрабатываются непосредственно те адреса, где люди находятся в трудной жизненной ситуации и требуется помощь непосредственно органов местного самоуправления по оказанию адресной помощи. Нередко пожары в частных домах возникают из-за невнимательности самих жителей. Например, в середине марта здесь же, на соседней улице Чкалова, сгорел частный дом. Причина в том, что хозяйка оставила на ветру ведро с горячими углями. Во время таких рейдов специалисты общаются с жителями, напоминают правила пожарной безопасности. В это время представители соцзащиты, которые обязательно участвуют в рейде, объясняют, какие документы нужно собрать для того, чтобы получить субсидию на ремонт печи или замену проводки. Проконсультируем, какая ситуация у человека, выйдем в дом, посмотрим. Если нужно, обратимся к МЧС, у них тоже есть информация об этих объектах. И в каком размере мы сможем оказать помощь, какая у них ситуация. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!